Я тут совершенно внезапно для самого себя обнаружил, что в записанном 2 года назад курсе по подготовке к ЕГЭ совершенно отсутствует, что бы вы думали, естественно, тема бактерий и вирусов. То есть, да, понимаю, получается такой сапожник без сапог. Это было настолько для меня, ну, очевидно, что существуют вокруг нас бактерии и вирусы, что я, видимо, даже не удосужился об этом рассказать в рамках вот того курса. И спешу как можно быстрее исправить данное недоразумение, данный мой недочет, мой как бы косяк, признаю, исправляюсь. И вот сегодня мы поговорим про то, какие бывают прокариоты, какие существуют их особенности в сравнении с уже разобранными нами клетками эукариот, какие у них есть особенности метаболизма, как они используются и используются ли вообще человеком, и какое значение для человека они имеют. А также поговорим про вирусы, но, наверное, в следующем уже видео. Потому что кодификатор такой есть. Значит, прокариоты, бактерии. Есть тема отдельное сравнение клеток прокариот и эукариот. Вот давайте с этого и начнем. Вспомним, что клетки организма, допустим, гриба или животного или растения, они имеют совершенно определенное строение, которое мы уже рассматривали в прошлых видео, где смотрели строение клетки. По-моему, там мы касались прокариот, но так, достаточно вскользь. Итак, что объединяет все клетки эукариот? Естественно, в первую очередь это оформленное ядро, то есть генетический материал, ДНК, находится внутри специфического органоида, и этот органоид, что самое главное, должен быть отделен от цитоплазмы мембраной. То есть ядро это мембранный органоид, и он находится внутри клетки, в цитоплазме. Не всегда по центру, если, например, мы говорим про возрастные клетки растений, то их вакуоль, в который накапливается клеточный сок, увеличивается в размерах настолько, что, как правило, прижимает ядро к оболочке, клеточной стенке, ну, к мембране, в общем, вы поняли. И поэтому, говорят, ядро находится по центру, так вот не всегда. Но это не так важно. Главное, что оно должно присутствовать у клеток эукариот, то есть у клеток животных, растений и грибов. И оформленное ядро, отделенное мембраной от цитоплазмы у прокариот, то есть у бактерий и архей, отсутствует. Обращаю ваше внимание, что в данной табличке, да, я стал пользоваться не своими табличками, я ее откуда-то взял, откуда, честно говоря, не помню, надеюсь, никто не будет претензий. Но если будут, я готов указать автора заранее, поэтому прошу прощения. Здесь указаны прокариоты бактерий и цианеи. В современной классификации микробиологической цианеи, то есть сине-зеленые водоросли, как раньше называли, или цианобактерии, как их называют сейчас, они являются полноценными представителями бактерий, домена бактерий. И их как бы вот так вот через запятую не выделяют. Но через запятую вы можете встретить такие слова. Прокариоты в скобочках бактерии, запятая археи или архибактерии. Так, да, так сейчас делят иногда. Археи это не совсем бактерии. Они отличаются от бактерий и особенностями метаболизма, и особенностями строения клеточной стенки. Она у некоторых из них вообще состоит не из мурина. То есть они не грамм положительные, не грамм отрицательные. А у них клеточная стенка представлена липопротеиновым слоем, ну, который вообще по грамму как-то очень плохо красится, поэтому они вообще выделяются, ну не поэтому, они выделяются в отдельный такой большой домен архии или архибактерии. Но сегодня, опять же, это не так важно. Я чувствую, буду много отклоняться в сторону от темы, потому что все-таки мне привычнее читать университетскую микробиологию, чем школьную. Но я постараюсь, чтобы эти сведения, которые я буду тут болтать много и не по делу, они все-таки были более-менее в тему. Итак, в чем отличие между клетками прокариот и эукариот? Во-первых, самое главное, что бросается в глаза, на самом деле здесь этого нет, это размеры. Клетки бактерий, я буду говорить бактерии чаще, чем прокариоты, они приблизительно в 10 раз меньше линейно
по сравнению с клетками эукариот. Вот, например, если здесь мы посмотрим, да, как выглядят прокариоты слева, в целом общая схема, а справа эукариоты, если, ну, это в масштабе, то есть здесь прокариоты нарисованы приблизительно в 10 раз больше. Если бы мы это нарисовали в реальности, то вот то, что слева, рядом с клеткой эукариот, выглядело бы примерно вот, наверное, как-то вот так. Вот примерно такого размера. И из этого следуют многие другие особенности. В частности, у них не так уж и много органоидов, а те, что есть, похожие на эукариотические, они меньше. Например, если мы говорим про рибосомы, которые, естественно, тоже присутствуют у прокариот, потому что без рибосом мы не можем синтезировать белок. Да, они необходимы для синтеза белка, для биосинтеза белка. Если у эукариот их масса около 80 светбергов, у прокариот около 70 светбергов, то есть они поменьше, покомпактнее. Субъединиц у них также две, но тоже каждый из этих двух субъединиц меньше, чем у эукариот. Там 30-50 светбергов, соответственно, у бактерий. Также клеточная стенка у них тоже отличается. Если у растений клеточная стенка состоит из целлюлозы, она же клетчатка, у животных клеточной стенки как таковой нет, но может быть какой-то определенный комплекс над мембраной, но это уже как бы не школьная тема. У грибов тоже есть, как у растений, клеточная стенка, но состоит она из хитина. Это тоже углевод, это тоже такой как бы... углеводный компонент, по-другому не скажешь, который покрывает снаружи клетки грибов. У бактерий тоже есть клеточная стенка, не у всех, причем они по ее строению отличаются. Если вы слышали, ну, уже сегодня я называл эти слова, грамположительные, грамотрицательные бактерии, это отличие в строении клеточной стенки. У грамположительных она такая более рыхлая, более толстая, у грамотрицательных она более тонкая, но более плотная. И снаружи покрыты еще одним слоем цитоплазматической мембраны. То есть получается такой как бы бутерброд или гамбургер, наверное, правильнее сказать, используя заморские слова. Но у некоторых она отсутствует, у некоторых прокариот. Но в любом случае, если она и присутствует, то состоит не из целлюлозы и не из хитина, а из специфического гликопротеина мурина, который представляет собой соединение ацетилглюкозамина и ацетилмуромовой кислоты. Вот, то есть клеточная стенка у них есть, но отличается от клеточных стенок эукариот. Хромосомы, если мы смотрим у эукариот, они линейные, то у прокариот хромосома кольцевая. Она представлена специфическим органоидом, который называется нуклеоид. Не путайте, ради бога, со словом нуклеотид. Это не то, это другое. Нуклеотид – это компонент ДНК, структурная единица ДНК или РНК. А в случае с бактериями, их хромосома находится в виде нуклеоида, то есть нуклеоид ядроподобный. Ид – это частичка в конце, которая означает подобие. Гуманоид – человекоподобный, да, human – человек, ну, гом – человек. Ид – это человекоподобное что-то. Вот то же самое, нуклеоид. Ядроподобное какое-то образование. То есть оно выполняет функции ядра, но не является ядром, потому что не отделено от цитоплазмы мембраной. Это не мембранный органоид. Ну и вот как подтверждение этому, ядро у эукариот есть, у прокариот оформленного ядра нет. Обращаю ваше внимание, что очень часто вы встречаете формулировки не просто ядра нет, а нет оформленного ядра, потому что, ну, бывает, говорят, ядерный материал, но это встречается достаточно редко, и поэтому, что слова нет ядра у прокариот, что нет оформленного ядра, по сути, для ЕГЭ это синонимы, но если более глубоко копать, то все-таки оформленного ядра говорить правильнее. Но не будем. Вот опять меня куда-то уносит, в общем, я буду стараться. Пластиды. То есть вот здесь есть в этой таблице косяк. В этой таблице есть ошибка, потому что пластид как таковых, то есть мембранных органоидов, у бактерий быть не может. И хлоропластов у них тоже нет. Потому что хлоропласты – это исключительно эукариотическое такое приобретение, которое есть у растений, в частности, которое подразумевает наличие оформленного отдельного органоида, двумембранного,
который, возможно, в далеком прошлом был симбиотической бактерией или археей, скорее всего, бактерией какой-то фотосинтезирующей. И это именно специфика эукариот. То есть здесь как бы такая ошибка. Если вы встретите где-то вопрос, есть ли пластинчатые органоиды, да, пластиды у бактерий, нет, у них нет их. У них есть, конечно же, бактериохлорофилл, у них есть бактериокаротиноиды, которые выполняют функции хлоропластов, которые выполняют функции хромопластов, и бактерии могут фотосинтезировать на разных длинах волн. Но для этого у них возникают специфические такие мешочки, впячивание мембран, либо это происходит непосредственно в цитоплазме. То есть мембранных органоидов, двумембранных органоидов у прокариот нет, ни ядра, ни пластидов, ни митохондрий. Митохондрии, да, у них тоже отсутствуют, это есть только у эукариот, у прокариот. То, что происходит в митохондриях, то есть цикл вот этот вот трикарбоновых кислот, который позволяет доокислять органику практически до конца, у них происходит в других местах, в частности, во впячиваниях мембраны около клеточной оболочки. Основной запасной углевод у растений крахмал, у животных гликоген и у грибов тоже. У прокариот запасные углеводы разнообразны, и они, в принципе, могут запасать их в любом виде, в котором запасают и эукариоты. Но, естественно, это все видоспецифично. Если бактерия запасает, какой-то вид бактерий запасает углеводы в виде гликогена, скорее всего, в виде крахмала он запасать их не будет. Поэтому то, что указано, это для всего царства. А для отдельных видов, как правило, надо смотреть по его биохимии. Клеточный центр. Это, я думаю, не так важно, но все же, что подразумевает под клеточным центром? Если мы говорим про центриоль, то, конечно же, нет. То, конечно же, нет, прокариот ее нету, что это тоже специфически для эукариот. Органоид для того, чтобы делиться митозом. Если мы имеем в виду истинный клеточный центр, как он читается в учебниках, то может присутствовать у прокариот. Но это такой вопрос, достаточно редко встречается, и надо тоже углубляться, это пример как с пластидами. С одной стороны, посмотрите, да, а с другой стороны, конечно же, нет. Рибосомы есть, естественно, у всех царств, но, я уже сказал, у прокариот они мельче, но выполняют те же самые функции. Вакуоли. Вакуоли как образование, опять же, в цитоплазме, которые могут запасать какие-то вещества. Да, у прокариот присутствуют. Если же мы говорим про истинные вакуоли, которые, например, у животных могут выполнять функции пищеварения, экскреции, например, у инфузорий, конечно же, таких вакуолей прокариот нет, потому что их философия, как бы их жизни, подразумевает вообще отсутствие любых вариантов захвата твердой пищи, то есть у них никакого фагоцитоза быть не может, потому что они покрыты плотной оболочкой. Даже те, у кого отсутствует клеточная стенка, они преимущественно сохранят более-менее постоянную форму. Вот. Ну и поэтому никаких там истинных вакуолей у них нет, но в контексте мест, где что-то запасается, они могут присутствовать. Ну и способ питания. Растения автотрофные, хотя не все. Животные, грибы — это гетеротрофы. У прокариот, у бактерий архей, у них присутствует оба типа питания, и автотрофный, и гетеротрофный. Причем гетеротрофный, понятное дело, как они питаются, как и мы, по тому же принципу разлагают те вещества органические, которые были насинтезированы до них кем-то другим. А вот касающиеся способы питания автотрофные, у бактерий очень разнообразны. Это могут быть и фотоавтотрофный тип питания, когда они могут фотосинтезировать, причем, повторюсь, на разных длинах волн. Это может быть хемолитоавтотрофный тип питания, когда, например, они используют в качестве донора электронов железа, серу, нитрогруппы какие-то. Они могут использовать в качестве донора электронов водород молекулярный. Причем в качестве акцепторов в этом случае могут выступать совершенно разные соединения. Это может быть и углекислый газ, угарный газ, это может быть и кислород. Да, на выходе получается вода, ну и так далее и тому подобное. То есть у них очень много разных способов автотрофного питания. Почему? Потому что эти механизмы зародились тогда, когда еще не было много органики на Земле, и они были вынуждены питаться, ну, то, что есть вокруг. Железо, значит, питаемся железом. Сера, значит, питаемся серой. И с помощью электронов, которые они получали из этого, они могли синтезировать свою собственную органику, в дальнейшем строя из нее свои
тела. У прокариот очень часто присутствуют различные органы движения. Чаще они представлены жгутиками. Жгутики похожи на эукариотические, но имеют свои особенности. Оболочка их снаружи часто бывает покрыта специфическими такими ворсинками, которые называются пили. И они служат для прикрепления к субстрату, например, или для обмена генетическим материалом бактерий между собой. Бактерии могут обмениваться генетическим материалом с помощью конъюгации при контакте и с помощью двух типов, которые называют трансформацией и трансдукцией. Трансформация – это они просто выбрасывают в окружающую среду часть своего генома, часть своей ДНК в виде плазмид. И другие бактерии, если у них есть компетентность, то есть способность принять эти фрагменты ДНК, они их поглощают и получают те признаки, точнее, ну, те гены, а в дальнейшем и те признаки, которые эти гены кодируют, которые передала предыдущая бактерия-донор. В случае трансдукции используется перенос с помощью фагов, но это такая отдельная тема, фаги – это вирусы, вирусы бактерий. Вот здесь можно прекрасно видеть, как ДНК кольцевая находится в цитоплазме, и вокруг плавают рибосомы. Да, по этой картинке, наверное, все. Ну, здесь еще пара картинок есть по сравнению. Что тут можно еще-то посмотреть? Да, кстати, по количеству ядер. Грибы действительно могут обладать несколькими ядрами в клетке. Это совершенно обычное для них дело. Гликоген, крахмал. Ну, тут написано, что у бактерий тоже бывает и крахмал. Крахмалоподобные, точнее, правильно сказать, крахмалоподобные вещества. Да. Тоже чистый крахмал мы не часто встречаем. Про вот вакуоли здесь хорошо сказано, что их, они могут быть в виде аэросом. Аэросомы нужны бактериям, живущим в жидкости, в частности в воде. Например, если бактерия живет где-то в водоеме, в пруду, в море, где угодно, то если аэросом наполняется воздухом, она всплывает. Если воздух оттуда выходит, она опускается ниже, ну, как подводная лодка. Такие способы поддержания себя на плаву, как пузырь у рыбы воздушный. Ну, здесь правильно сказано, да, что пластид как таковых истинных все-таки у бактерий. У бактерий нет. А это что такое? Ага, ну давайте еще посмотрим, да, что действительно малые размеры, как правило, до микрометра. Ну, это тут указана толщина, на самом деле. Чаще палочек, если мы говорим про длину палочек, их обычная длина 3-4 микрометра. Все-таки чуть покрупнее, но до 10 микрометров, как правило. Однако, есть и исключения, в частности, бактерия Тиомаргарита, которая обитает в теплых прибрежных водах некоторых морей, она может достигать размера 500 микрометров, гораздо крупнее даже, чем клетка эукариот, то есть полмиллиметра. Представляете, полмиллиметра, ее можно невооруженным глазом увидеть. Но это исключение, чем правило, вот поэтому это можно даже не запоминать особо, но иметь в виду. Собственно, слово прокариот, что означает, да, доядерные организмы. Про – это что-то такое предшествующее, карион – ядро. То есть карион – это по-гречески ядро, нуклеус – по-латински, или наоборот, не помню. В общем, и карион, и нуклеус – это… Да, все правильно, карион по-гречески, нуклеус по-латински должно быть. Это слова, обозначающие ядро, и прокариоты – доядерные организмы. Можно встретить такое их наименование. Ну, в основном, вот, то, что сказать нужно было, мы сказали. Я думаю, что теперь надо порешать немножко задание. Итак, поехали. Вот задания, которые могут встретиться на эту тему. Здесь вот кодификатор 2.2, многообразие клеток, прокариоты и эукариоты. Можете туда перейти, почитать, какие там бывают задания. Но мы разберем несколько из них. Естественно, все мы разобрать не сможем, но на практике, как мне кажется, усвоенный материал всегда закрепляется как-то лучше. Итак, вот это задание, здесь написано D4. Клетки прокариот отличаются от клеток эукариот наличием нуклеоида, наличием рибосом, синтезом АТФ в митохондриях, присутствием эндоплазматической сети, отсутствием морфологически обособленного ядра и наличием впячивания плазматической мембраны, выполняющей функции мембранных органоидов. В таких заданиях, как правило, нужно выбрать три правильных ответа. Давайте поехали по порядку. Наличием нуклеоида в цитоплазме. Да. Он у них находится в цитоплазме, и он у них есть, в отличие от эукариот. Наличием рибосом в цитоплазме. Конечно, рибосомы у прокариот есть, но это не отличие их от эукариот. Не берем. Синтезом АТФ в митохондриях. Это отличие эукариот от прокариот, а не наоборот. Не берем. Присутствие МПС. У эукариота она есть, у прокариота ее нет. Не берем.
Отсутствие морфологически обособленного ядра. Вот опять мы встречаем морфологически обособленного или морфологически оформленного или просто оформленного ядра. Это все синонимы, но правильнее говорить вот так вот, обособленного ядра. Да, у прокариот, в отличие от эукариот, отсутствует обособленное оформленное ядро. И наличие впячивания мембраны, выполняющей функцию мембранных органоидов. То, о чем я говорил. У них присутствуют такие как бы мешочки около оболочки. И внутри этих мешочков на границе двух сред, то есть вот этого как бы это эндосомы и цитоплазмы, потому что нужна мембрана, чтобы туда-сюда электрончики и протончики бегали, происходят те процессы, которые происходят у эукариот в мембранных органоидах. Например, то же самое дыхание. Соответственно, здесь мы берем, что 1 нуклеоид, отсутствие ядра 5 и 6, наличие впячиваний. Вот так. Дальше поехали. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите, объясните. У прокариот под оболочкой клетки находится плазматическая мембрана. У прокариот под оболочкой находится плазматическая мембрана. Вроде все так. Под клеточной стенкой, да? Прокариоты не способны к фагоцитозу. Да, все так, мы об этом сказали. В клетках прокариот имеется оформленное ядро. Нет, в клетках прокариот не имеется оформленного ядра. Вот здесь третье объясняю, где ошибка. Или можно исправить так, в клетках эукариот имеется оформленное ядро. Но лучше исправить все-таки первым способом, что не имеется оформленного ядра, так будет меньше вопросов. В клетках прокариот отсутствуют мембранные органоиды. Все так. У всех эукариот есть хлоропласты. Исправляем, что не у всех эукариот есть хлоропласты, а лучше исправить, что в клетках растений среди эукариот присутствует хлоропласт. Шестое. В синтезе белков эукариоты используют свободный азот атмосферы. Нет, вот это вот тоже я про это не сказал, но я думаю, вы помните, что для того, чтобы синтезировать белки, нам нужен азот. Потому что в состав всех аминокислот, без исключения, входит аминогруппа азот. В ней присутствует NH3, ну, который в NH2 превращается. А для того, чтобы его добыть, нужно откуда-то взять. Мы, эукариоты, мы не умеем его фиксировать из атмосферы. В атмосфере его много, да, в виде N2, молекулярный азот. Значительная, то есть большая часть атмосферы состоит из азота. Он инертный, мы его никак не используем, мы просто вдыхаем, в том же количестве его выдыхаем. А используем кислород, который находится в составе смеси газов в атмосферном воздухе. Но откуда-то его нужно взять. То есть мы можем только преобразовывать уже существующие там аминогруппы, нитрогруппы какие-то. А взять его нужно из атмосферы. Этим занимаются как раз-таки бактерии. Они его фиксируют и переводят в усваиваемую для нас форму. Ну, естественно, не специально, а путем долгих превращений. Хотя некоторые бактерии делают это специально. Например, симбиотические клубеньковые бактерии у многих бобовых. Они образуются такие, образуют клубеньки на корнях. И в таком виде азот в этих клубеньках за счет деятельности бактерий переходит из молекулярной формы атмосферной в форму, связанную в нитросоединение, которое в дальнейшем может использовать растения. Ну и мы потом тоже кушаем его органику, имеем азот для построения своих белков. То есть здесь опечатка, то есть ошибка в том, что в синтезе белков прокариоты используют свободный азот атмосферы. Некоторые прокариоты являются азотфиксаторами. То есть здесь мы исправили три предложения из шести. Далее, клетки эукариот, в отличие от клеток прокариот, имеют мембрану, оболочку, рибосомы, хлоропласты. Ну, здесь, естественно, хлоропласт. Хлоропласты. Таковые пластиды присутствуют только у эукариот. Об этом сказали. Три ошибки в тексте. Исправьте их. По типу организации различают про- и эукариотические клетки. Все так. У эукариот размеры клеток значительно больше, чем у прокариот. Верно. В клетках эукариот имеется нуклеоид. Нет. В клетках прокариот имеется нуклеоид. Исправляем. В клетках прокариот нет мембранных органоидов. Действительно. В клетках всех эукариот присутствует митохондрия, эндоплазматическая сеть, хлоропласт и другие органоиды. А здесь почти все так, кроме хлоропластов. Вот можно просто это слово убрать или дописать, и другие органоиды. А хлоропласты присутствуют только в клетках растений среди эукариот. Можно исправить так, это будет правильнее. Шестое. В синтезе белков эукариоты используют свободную азот атмосферы. Ну, мы уже знаем, что лучше исправить прокариоты используют свободную азот атмосферы.
Можно, конечно, исправить так. В синтезе белков эукариоты используют уже связанный азот. Но это такая сомнительная спекуляция. Лучше все-таки здесь исправить слово эукариоты на прокариоты. Растения, грибы и животные – это эукариоты. Да. То есть мы тоже три предложения здесь исправили. К прокариотам относятся вирусы и бактериофаг, бактерии сине-зеленые, водоросли простейшие, грибы и лишайники. Ну, вирусы и бактериофаг – это вирусы, собственно, они не прокариоты, это вообще не клеточная форма жизни. Жизнь ли вообще – это тоже спорный вопрос. Бактерии сине-зеленые, да, относятся к прокариотам, то есть это все это бактерии. Водоросли простейшие – это эукариоты, водоросли – это растения простейшие – это животные. А грибы и лишайники – это тоже эукариоты, причем грибы – это отдельное царство, а лишайники – это симбиоз двух грибов и одной водоросли, тоже относится к эукариотам. Хотя иногда, вроде как, в лишайниках могут и бактерии встречаться, но это тоже такая отдельная тема. Все-таки грибы точно к прокариотам не относятся. Ответ номер два здесь. D9, вот этот. Организмы, клетки которых не имеют оформленного ядра, митохондрии, аппарата Гольджи, относятся к группе, ну, само собой, прокариот. Клетки простейших имеют наибольшее сходство с клетками бактерий, прокариот, моноклеточных животных, одноклеточных растений. Ну, тут, естественно, вариант 3. Да, хотя может показаться кому-то, что клетки простейших, ну, давайте вспомним, какие простейшие. Амебы, инфузории, например, да, эвгленно-зеленая – это простейшая. И у кого-то может возникнуть мысль крамольная, да, что они имеют сходство с бактериями, потому что и те одноклеточные, не образуют ткани. Но даже если у вас такая крамольная мысль возникла, составители здесь вам дали лесенку спасительную в виде первых двух, ну, практически одинаковых вариантов. А как из них выбрать, непонятно. Значит, что-то мы делаем не так, говорим себе, начинаем думать о том, что все-таки, наверное, имеется в виду строение клеток, да, их метаболизм, их физиология, и выходим к тому, что простейшие все-таки вообще-то относятся к царству животных, и поэтому наибольшее сходство у них будет с клетками животных, пускай и многоклеточных. Это совершенно нормально. Ну, растения есть растения. Растения – отдельное царство. Соответствие между признаком и группой организмов. Прокариоты и эукариоты. Отсутствие ядра – прокариоты, наличие митохондрии – эукариоты, отсутствие ПС – прокариоты, наличие аппарата Гольджи – эукариот, наличие лизосом – эукариоты – это мембранный органоид, в котором происходит процесс переваривания пищи, окисления, точнее, да, и, ну, за счет ферментов, не окисления, прошу прощения, ферментативное расщепление. И линейные хромосомы, состоящие из ДНК и белка – это эукариоты. Так. Секундочку. Да, кстати, белка в нуклеоиде нет. Гистонов там стягивающих нету, только ДНК. Здесь вот, мне кажется, нехарактерный вопрос. Где 4 к 2, да, разошлось у нас. Давайте посчитаем. Эукариоты посчитаем. Наличие митохондрий, наличие аппарата, наличие лизосома, линейных хромосом. Да, 4 варианта к эукариотам ушли и 2 к прокариотам. Такое может быть. Повторяюсь в очередной раз, не стесняйтесь этого, не тушуйтесь, если у вас будет неровно по 3 разделено. В таком вопросе бывает такое разделение. А если бывает 3 группы какие-то, ну или, в общем, 3 вот этих вот варианта и 6 букв, тоже не всегда разделяется по 2. Бывает 3, 2, 1 разделение. Такое встречается, не переживайте, если вы уверены в своем ответе, если уверены на 100%, что вы правы, не пытайтесь подогнать под равноценное распределение. Бывает по-разному. Чем эукариот отличается от прокариот? Ну, мы сказали, да, что размером, более крупными рибосомами, наличие мембранных органоидов, наличием оформленного ядра. Ну, еще можно много-много всего придумать, то, что мы рассказали. Клеткобактерии относятся к группе прокариот, так как она не содержит многих органоидов и ядра. Клетки прокариот и эукариот имеют рибосомы, эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, рибосомы. Все остальное присутствует только у эукариота. У эукариот, в отличие от прокариот, имеются мембранные органоиды. Так, ну давайте, наверное, все более-менее понятно. Еще ничего не понятно, зачем это здесь появилось, каким образом здесь эволюция у нас. Тоже ранний этап жизни на Земле. Ладно, давайте попробуем вот
это еще посмотреть. Тут открыл, вбил слово бактерии. 4.2. Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Какого эксперимента? А, ну это анализ эксперимента, я думаю, тут... Ну давайте разберем, хорошо. Мы решили изучить влияние температуры на колонию бактерий. Колонию бактерий выращивали на среде питательной. Изменялась температура, и были зафиксированы результаты в виде графика. Мы видим, что, исходя из графика, количество клеток максимум 100% при 36 градусах по Цельсию. При более низкой, при более высокой температуре количество клеток было меньше. Как изменение температуры влияет на колонию бактерий? Отвечаем, что при повышении температуры с 20 градусов до 36 рост бактерий усиливается, количество появляющихся клеток увеличивается. При повышении температуры выше 36 градусов до 40 количество бактерий снижается. С чем могут быть связаны? Эти изменения могут быть связаны с тем, что для данной бактерии, для данной колонии бактерий, оптимальной температурой является температура 36 градусов. При ней мы видим максимальное количество бактерий. При более низкой, при более высокой температуре бактерии развиваются хуже. То есть он и оптимум является вот эта вот приблизительная область. Так. Не очень люблю такие вопросы. Угу. Давайте попробуем. Значит, исследуем колонии бактерий, которые выросли на питательной среде чашки Петри. Сделал несколько препаратов и окрасил по грамму. Полученные препараты изучил под микроскопом. На первом препарате он обнаружил фиолетовые бактерии сенной палочки, Bacillus subtilis. Ну, примерно тем самым мы занимаемся на занятиях по микробиологии. На втором препарате, не имеющие фиолетовой окраски, бактерии кишечной палочки Escherichia coli. Довольно странно, почему не имеющие фиолетовой. Если он окрасил полностью по грамму с использованием фуксина в конце, то вообще-то они должны быть окрашены в розовый цвет, а не имеющие фиолетовой окраски. Они прекрасно красятся, они прекрасно грамотрицательно окрашиваются. Странный вопрос. Ну да ладно, не имеющие фиолетовой окраски. Почему эти фиолетовые, эти не фиолетовые, какие неизвестно. Какие параметры задаются экспериментатором, какой параметр меняется в зависимости от этого? Ну, параметр, который задается, это выбор колонии, да, и использование метода окраски, в данном случае по грамму. Какой параметр меняется? Меняется окраска этих бактерий. На какие две группы можно разделить? На грамм положительные, грамм отрицательные, судя по всему, ну да ладно. В какой группе относятся бактерии сенной палочки? Сенной палочкой относятся к грамм положительным бактериям. Грамм положительные бактерии открашиваются по грамму в сине-фиолетовый цвет. Бактерии кишечной палочки относятся к грамотрицательной. За счет чего достигается разница в окраске двух бактерий? За счет разницы строения клеточной оболочки. Клеточная стенка грамположительных бактерий более толстая и рыхлая, а грамотрицательных более тонкая и снаружи еще имеет дополнительную мембрану поверх клеточной стенки. Какое вещество из какой части клетки бактерий окрашивается по грамму фиолетовый цвет? Окрашивается мурин, пептидогликан, точнее, задерживается краситель между его молекул, находится он в клеточной стенке. Вот так вот правильный ответ звучит, полный, на этот непростой для школьника вопрос, честно скажу. Но это знать тоже нужно для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ. Так, про Гриффита, господи боже мой. Сложный вопрос, но такое было. Так открыли процесс трансформации, да, действительно. В 28 году Гриффитом проведены эксперименты, доказывающие, что бактерии могут получать генетическую информацию от других бактерий. Процесс трансформации. Гриффит заражал мышей двумя штаммами пневмококков. До конца не все так. Бактерии R-штамма были невирулентными. На рисунке А. Вот он. Бактерии S-штамма вирулентными. На рисунке Б. Если ввести мышам убитые нагревом клетки S-штамма, они выживали. При совместном введении живых бактерий R-штамма и убитых бактерий S-штамма мыши погибали. Объясните результаты эксперимента. Так, про эксперимент я знаю, про такую формулировку слышу впервые. Что они имеют в виду? Если ввести мышам убитые нагревом клетки S-штамма, они выживали. Ага, я понял. То есть, смотрите, если ввести
вот такой вот штамм, мыши выживают. Если вот такой штамм, мыши погибают. Спойлер. Отличие S-штамма в том, что вокруг клеток вот этого вот пневмокока находится капсула, которая является одним из факторов вирулентности, способствующей смерти вот этих вот замечательных белых мышек. Если клетки вот этого штамма нагреть, то бактерии погибнут. Но их капсулы останутся. Однако, если вот эту нагретую штуку ввести в мышь, то она выживет, потому что сами по себе капсулы, они никак не влияют на мышь без бактерий. Однако, помимо того, что там есть капсулы, там еще есть и фрагменты генетического материала, те самые вот плазмиды, которые S-штамм продуцирует. И если клетки бактериальные убить нагревом и поместить их в R-штамм, до этого невирулентный, то R-штамм приобретет способность вырабатывать капсулы. Вот он, видите, стал капсульным пневмококом. И, естественно, убьет мышь. То есть, даже не убитая субстанция, да, содержащая до этого вирулентные клетки, сама по себе убить не может. Но если совместить ее с клетками другими, они могут приобрести признак этой капсулы и убить мышь. Вот так примерно надо объяснить результаты экспериментов. Я не знаю, откуда школьник это должен знать, но, видимо, должен знать. Мы все вроде объяснили, да, почему стали вирулентными. Какие параметры задавались ученым, какие параметры менялись. Ученым задавался выбор бактерий, а менялись параметры живые или мертвые мыши. Соответственно, капсульный, не капсульный. Это был пневмокок. Так, это неинтересно. Давайте попробуем вот это. Три ошибки в тексте бактерии. Все бактерии по способу питания являются гетеротрофами. Нет, не все бактерии, некоторые являются автотрофами. Азотфиксирующие бактерии обеспечивают усвоение атмосферного азота. Да, это так. К группе азотфиксаторов относятся клубеньковые бактерии, поселяющиеся на корнях бобовых растений. Это так. Бобовые растения используют соединение азота для синтеза белка. Вроде как все так. Денитрифицирующие бактерии осуществляют процесс нитрификации, повышающий плодородие почвы. Наверное, нитрифицирующие бактерии. Нет. Денитрифицирующие бактерии, процесс денитрификации, да, они же это имеют в виду, правда? Да, они имеют в виду именно это, денитрификация. То есть нитрификация это создание соединения азота, денитрификация, распад азота. К хемотрофам относят железобактерии, серобактерии, водородные бактерии и нитрифицирующие бактерии. Да, все так. Для всех хемотрофов характерен анаэробный тип энергетического обмена. Нет, не все. Некоторые используют и аэробные типы энергообмена. Не обязательно, если ты хемотроф, ты исключительно анаэроб. Какие бактерии являются по способу питания хемотрофами? Клубеньковые бактерии, железобактерии, бактерии гниения, бактерии-паразиты. Железобактерии. Хемолитотрофы – это железобактерии. Для них донором электронов является ферум-2+, двухвалентное соединение, двухвалентный ион железа. Вот на этом мы, пожалуй, на сегодня приостановимся. Такие вот есть вопросы в части бактерий в кодификаторе FIPI. В следующий раз поговорим про вирусы. На сегодня все. Спасибо за внимание.